и задымления, избежать еще больших потерь. Не могу оставить без внимания помощь простых граждан, которые в первые минуты после трагедии не остались равнодушными и безучастными, и наряду с врачами и сотрудниками спецслужб оказывали первую помощь, доставляли пострадавших в больницы. Необходимую помощь окажем всем. Семьям, в чью жизнь пришла страшная беда. Раненым и пострадавшим. Выражаю глубокие, искренние соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких. Вместе с вами скорбит вся... Times of India for news breaks, analysis, interviews and events. We bring you stories from your neighborhood and from across the globe as well. Subscribe to our YouTube channel. Hit the like button and press the bell icon so you don't miss any of our videos.